Так, Star V12. Посмотрим его внешний вид и разберем. Итак, выключаем смартфон. Обратите внимание, что нижние кнопки хорошо подсвечены. Отключить питание, да. Так, ну а теперь. Итак, на лицевой панели у нас вот здесь вот три кнопки. Назад, домой, меню. Так, в верхнем экране вот здесь датчик приближения и здесь веб-камера. В верхней части разъем для наушников 3,5 и кнопка питания и блокировки. Вот с этой стороны у нас два разъема. Один у нас HDMI и другой это microUSB. В нижней части кнопочка, нажав на которую, можно будет снять крышку с телефона. Так, на этой стороне у нас фотокамера и регулировка громкости. На обратной стороне у нас фотодиод, два светодиода, фотокамера и громкоговоритель. Нижняя часть сделана вот здесь вот очень приятно, чтобы из рук не выскальзывало. Так, ну вот. Необычайно гармоничный, логичный и понятный аппарат. Для руки очень удобный. Так, ну что ж, начинаем его разборку. Итак, нажимаем на кнопочку. И после чего крышку можно снимать. Ой. Я случайно нажал на кнопку питания. Так, ну все, стараясь его не повредить, мне это получилось. Итак, посмотрим внимательно, как вот работают защелки. Так, вот здесь вот есть два выступа по краям от кнопки. Когда я нажимаю на кнопку, они уходят вовнутрь. Так, внутренняя сторона у нас. Так, на горячую флешку не вынешь. Так, давайте мы его еще раз погасим. Отключим питание. Так, и что мы обращаем внимание, что здесь вот освещение, сейчас, конечно, плохое, но корпус у него полупрозрачный. То есть на дневном свету внутренние микросхемы все его видны. Такой модный тренд. Делать корпусам полупрозрачными. Итак, ух ты, так и не выключился до сих пор. Забавный вот яркий цвет вот этой вот оранжевой батарейки, которую они использовали. Так, все, смартфон мы выключили. Достаем батарейку. Достаточно такая толстенькая и тяжелая. Так, читаем, что нам тут пишут. А пишут нам вот здесь вот 2200 мАч. Ну, 1900, я почти уверен, что так оно и есть. Так, теперь, значит, две сим-карты у нас располагаются одна по другой. Вот там они, раз и два. Соответственно, карта памяти у нас здесь. Так, чтобы прочитать название, вот оно, модель называется V12, и вот два номера EMEE пропечатаны, тоже молодцы, все грамотно сделано. Так, и последнее давайте посмотрим на крышку. Вот она выполнена вот так вот лодочкой, и как она интересно вставляется. Вот в верхней части смартфона у нас вот здесь вот имеется, сейчас как бы это увидеть, вот так вот попробуем показать. О, вот такой вот выступ вот здесь вот, углубление, то есть он одевается вот так вот, туда он вставляется. О, вот туда заходит и потом защелкивается. Все очень эргономично сделано. С защелочкой вот здесь. Спасибо.